Когда в Алроса появился дражный флот и какой путь проходит алмазоносная руда от добычи до обработки на фабрике? Ответы на эти вопросы знают студенты МРТК. Сотрудники Мирнинско-Нюрбинского ГОКа провели с будущими работниками встречу, рассказали о специфике работы в горно-транспортном цехе и на драгах, а также о программах, которые для молодых специалистов разработали в алмазодобывающей компании. Сейчас несколько студентов МРТК уже совмещают учебу и работу на комбинате. У нас в компании реализовывается программа «Учусь и работаю», которая сейчас очень востребована в нашем комбинате. Мы уже в этом году 7 студентов трудоустроили по этой программе. Это когда студенты уже последних курсов могут к нам трудоустроиться, уже получать полноценную заработную плату. После каждого выступления среди студентов провели викторину. Сотрудники МНГОК заметили, молодежь лучше всего запоминает цифры, как и полагается техническим специалистам. А еще парням и девушкам рассказали о карьерном продвижении, работе совета молодых специалистов и доступных бонусах. Среди последних – компенсация аренды жилья и места в общежитии.